Еще один супер короткий видос про очередной секретный ивент на Европе. Странный сигнал. Расскажу, где начать и что делать. Но сначала небольшое исправление к предыдущему ролику про секретный квест с танцами. Дело в том, что я в нем допустил небольшую неточность. Я рассказал, как выполнял квест я, и случайным образом я подбирал эмоции. На самом же деле, правильнее было сказать, что когда вы используете первый правильный жест на первой точке, вам нужно обратить внимание на небольшие пирамидки вокруг этой самой платформы. Та, что начнет светиться, укажет вам направление к той платформе, которую нужно активировать следующей. Так точно проще, так что прошу прощения, если кого-то в прошлый раз запутал. Теперь к сегодняшней миссии. Для ее начала вам нужно отправиться в локацию пропасть Астерия, что справа от зоны высадки. Тут нам снова нужно будет просто ждать появления нужной цели, только в этот раз о том, что нужный нам моб появился на локации, не будет никакой подсказки, так что нужно быть вдвойне внимательным. К счастью, появляется он всегда в одной и той же точке, на большом открытом участке, напоминающем замерзшее озеро, вот здесь. Кто нам нужен? Векс Виверна. Она появится с небольшой группой других вексов. Сражение с ней не затянется, просто уничтожайте всех, и вот теперь мы получаем тот самый странный сигнал. Его источник находится в соседней локации, Nexus. Отправляемся туда и обнаруживаем милейшую, дружелюбную гарпию. Можете с ней пофотографироваться, пообниматься, но только недолго, ведь дальше вас ждет испытание. Испытание тьмы. Активируйте его через осколок, который изучала гарпия, и тогда над пропастью перед вами начнут появляться парящие векс-платформы. Все, что вам нужно делать, оставаться на ногах, не падать вниз и отстреливать всех противников до появления босса. Кстати, не жалейте тут ульты, после каждой исчезающей платформы ваш супер будет автоматически пополняться до максимального заряда, приятный бонус. Когда появится босс, расправляйтесь с ним и получайте наконец наградной сундук. Как и в прошлый раз, это легендарное оружие или броня из сетов Европы. Ну и плохая новость, дружелюбная гарпия уже улетела.